Всем привет, меня зовут Рос, вы на канале Мидкор Шоу. Сегодня мы смотрим игрушечку под названием «Дед». Бесплатно в Стиме раздается какой-то хардкорный платформер про то, как дед вышел на тропу войны против преступников и против швали. Так, у нас М стрелять. Отлично, ушел. Воу-воу-воу, подожди. А как? А стой, а чё? Бам. Убил. Воу, пацаны, стойте. На! Ух ты! Тихо-тихо, не стреляй! Ай, просадил, падла! Подожди, а это что, все? Ай-яй-яй, больно! Да ладно, как так? А что делать-то я? У меня патроны заканчиваются. То есть, а фишка в том, что, главное, патроны здесь, они сами как бы... Все, а патроны дальше восстанавливаются сами. Вот и все. Отлично. Засадили по самые гланды ему свинца. Нет, не стреляй. Блин, а как от них уворачиваться? Тихо. Блин, ну. Да все, у меня одна жизнь. Они по мне сейчас просадят. Нет! Это что за жесть? Погоди, я не понял. Стопы управления. Прыжок. А, прыжок влево тут еще есть. А, да, а подожди, это что, стрелочки? Прыжок влево, прыжок вправо. Ну, прыжки мне нужны. А, UBM, все, я понял. Вон они нарисованы, даже эти кнопки, блин, дурак. Че ж ты сразу-то не заметил? Давай, новая игра. Погнали, ну-ка, опа, ух ты. Нифига, дед, ты что может? Да это, оказывается, Нео. Ага, у нас есть три рывка. Давай. Отлично. Рывки восстанавливаются тоже очень медленно. Но все, сейчас мы зарулим. Готов. Так, давайте, патроны, быстрее. Воу! Просадил. Тихо! Минус один. Минус два. Давай! Блин! Да, сволота какая, он из УЗИшки прожаривает. А может, хватит, у меня все закончилось. Мужики, у меня даже... Вы что, серьезно? Да это издевательство какое-то, а? Быстро, мне три прыжка надо. Ладно, два. Хорошо. Пацаны, это несерьезно. На одном хп держусь, вы посмотрите просто. На одном хп. И бац. Давай. Быстро просаживаем по пацанам. Сейчас я их вырублю. Нехрен. Все, прошел. Да вы задомонали-то, а? Ух ты! Да ладно, гранатомет у них. Вы что, серьезно? Так, сейчас, короче, затащим, давай. Я понял. Ушел. Отлично. Сейчас мы сделаем все вообще. Ну, короче, в принципе... Тактика здесь простая. Отбегаем в один угол, все восстанавливаем. Просаживаем. Отлично. Патроны восстановились. Так, сейчас бы у нас скольжение было. Восстановились. Отлично, минус один. Минус второй. И оп. Давай. Без затрат хп. Ушел. Хорошо, восстанавливайся быстрее. Ай-яй-яй. Они очень, очень на большом расстоянии стреляют. И оп. Давай. Нет! Ни хрена, сразу три здоровья снял. Ты офигел, что ли? Слышь, мужик? Блин, без двух скачков я ничего не сделаю. Они сразу... Блин, а как я в прошлый раз их затащил тогда? Так, погоди, что-то здесь не то. Угу. Катись в ад. Долбанный урод. Оба. Так, идем сюда, восстанавливаемся. Жбаньк. Ах ты ж, тварь, просадил по мне. Хорошо. Воу. Так, ладно. Одно здоровье мы потеряли. Так, восстанавливаем сейчас все.
Блин, да ну вы издеваетесь, как он просадил-то? На тебе! Тихо. Отлично, минус один. Уходим от этого. Просаживаем про него. Блин, не уйду, не уйду, не уйду! А как мы в прошлый раз? Мы с одним хп в прошлый раз затащили это дело, блин. О, серьезный челлендж. Ушел. Так, дробоганчик. Ушел. Хорошо, этот с пекалем мне не страшен. Так, восстанавливаем, восстанавливаем, восстанавливаем. Давай, давай, давай. Рывки тоже восстанавливаю пока. Отлично, есть. Так, рывки восстановили, патроны тоже почти. Угу. Так. Сейчас мы этого убираем. Отлично. Так, мимо этих мы проскакиваем, как Нео. О, старичок, ты у нас вообще такой прям серьезный дядька. Ух ты. А, короче, прям как Нео, фигачит и телепортится. Ага, отлично. Слота, сколько же у вас здоровья-то? Нет, а, он умер, все, я думал, он по мне уже стреляет. Ай-яй-яй. Нет, нет. Ага, отлично, копим, копим, копим. Отлично, ушел. И оп, отлично. Это сейчас было четенько. Давай, просаживай про этому. Вот так вот. Так, и раз, и два. Хорошо, держимся. Да когда же вы сдохнете-то, твари-то такие, а? Уроды. Так, сейчас у нас будет тип с гранатометом. Оба ушли. Ништяк. Тип с гранатометом, ты где? Давай, иди сюда. От этих отходим. Музончик прям очень драйвовенький. А чё? Подожди, а чё он замедлил? Ух ты! Стой! Бам! А вы серьезно? Сколько вас здесь? Так, все, собрали их в кучу. Теперь будет полегче от них уходить. Давай, 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 просаживай, просаживай, просаживай. На джойстике я попробовал, кстати говоря, в это поиграть. Но я нифига не врубился в управление, проще на клавиатуре. Отлично, минус один. Опа, опа. Я же говорю, все, мы их свели в кучу, и теперь мы по язычам, короче, вообще всаживаем в этих говнюков. Вообще хорошо идем. Давай, давай, давай. Давай, дед, не подкачай. Опа, опа. Защищай свою родину. Бам-бам, все, раздал. Два хедшота. Кто ж сейчас будет, если тут такие типы были? Опа! Гранатомет. О, это спецназ какой-то. Так, здесь надо нам следить. Ага. Тихо. Опа! Фух! Тихо-тихо, нет-нет-нет! Так, когда он идет, он не может стрелять. Давай, 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 патрончик, пожалуйста. И оп, и оп. Отлично, минус один гранатометчик. Хорошо, держимся. Одну хпшечку мы еще потеряли. Стреляй. Стреляй, 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 стреляй. Стреляй, как не стрелял вообще. Никогда в своей жизни. Просто пали на повал. Давай, давай. Дай ему хедшот. Воу, воу. Я надеюсь, сейчас никто не выйдет. А то, в принципе, у нас тут неплохо все проходит. Если сейчас кто-то внезапный выйдет, то мы сложаем. Так, все, остался один. Один с пекалем, один на один. Воу-воу-воу, а ты что так? Ага. Музыка подзаедает. Но это, видимо, так и задумано. Ништяк. Воу! Гранатометчик, гранатометчик. Ух ты, там с пистолетом чувак. Так, дробовичку! Они по своим не валят, смотрите. Это нечестно, между прочим. И раз, и два. Отлично. Хорошо, минус один дробовичок. Ой, этот гранатометчик. Давай. В целом, на самом деле, ну, игрушка такая на раз, конечно же. Ух ты ж, блин, да ладно, ты тут что делаешь? Вышел. Вот этот внезапный тип, который вышел. Который мог нам испоганить всю малину. Так, короче, от этих... Блин, вот еще один. Короче говоря, игрушка на раз вот так вот поразвлекаться. Интересно, здесь есть конец? Блин, жалко, они своих не проосаживают.
давай, 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 давай. А то было бы прикольно как раз подводить этих чуваков на мины. Отлично. Так, и раз, и два. Подкапливаем патроны, давай, давай, давай. И пошла просадка. Так, чувак с пистолетом остался только. Фу, и от спецназа отбились, вы посмотрите. Спецназ тоже полег. Ну что, кто теперь? Кто теперь против нас? Воу! Ух ты! Так, и сейчас они будут переть просто, просто с дикой скоростью, мне кажется. Выходить. Ну да, 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 вон, смотрите, уже появляются, появляются постоянно. Так, этих нужно гонять, тогда они стрелять не будут. Ага, пистолетчик. Так. Ух ты, ушли. Вау, вау, нифига просадка такая, просто жесткая. Давай, 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 давай. Так, так, так. Чик-чик-чик-чик. Миксы, миксы. Давай, давай, крути, крути вертуху. Эй, диджей, зажигай, камон, дед на танцполе. Дед разрывает, он делает, вау. Так, две, 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 пожалуйста, две, два скольжения, ну, ага, есть. Чё-то их, ух ты, еще один. Да ладно, вам хватит уже, ребята, пожалуйста, перестаньте вы. Ну, смотрите, мы пока вообще неплохо держимся. Я, короче, понял тактику, а кто понял тактику, тот живет вообще хорошо. Особенно этот дед. Если он все правильно и четко делает, он победит всех. На 3 хп держимся вообще как надо. Так, гранатометчиков у нас не осталось. У нас осталось только свора вот этих вот уродов, которых мы сейчас просто разнесем, разделаем на маленькие кусочки. Они в бронежилетах, а мы просто дед с бородой. С бородой, в шапке со звездой мою и с небольшим пистолетом. Но мы можем все. Если верить, вот так вот, еще минус один. Вот так, давай, давай, их осталось трое. Мне интересно, в этой игре есть конец, или потом просто начнут заваливать нереально? Фу, все, давай, пожалуйста, дай мне передышку, я не знаю. Хрена себе, из-за края экрана, блин. Вылетело, блин, такое говно, опа. Ага. Давай, давай, о, оп. Музончик, конечно, очень драйвовый, то есть хорошая такая подбадривающая оформленница у нас. Но, воу-воу-воу, угу. Ух ты, вот это я бы сейчас напоролся, а. Так, тихо-тихо-тихо-тихо, мужики, отходите. Так, гранатчики, не мешайте мне там, слышите? Воу, я тут с пацанами разбираюсь, вы мне вообще, в принципе, не мешаете. Вы поняли? Ну-ка, пошли прочь, ух ты, блин. Ай-яй-яй! Отлично! Ух ты! Одна хп! Одна хп! Чувствую я, скоро мы покинем этот мир! Ага. Хрен ты в меня выстрелишь, тварь! А ты что тут своими гранатами кидаешься? Ага, кидается он там. Так, если мы начинаем останавливаться, то нам это плохо. Потому что мы сразу начинаем попадать под гранат. Ну, в смысле, мы начинаем давать возможность им стрелять. Уйди уже, вот так вот. Хорошо. Все. Есть, затащили. Гранатометчик. Пошел к черту. Пошел к черту. Пошел к черту. Беги от меня. Беги. Беги, сволочь. Беги, козел. Вот так вот. Дайте мне жизнь-то хотя бы подкопить. Вы смотрите, меня уже из-за трупов здесь не видно. Ух ты. Ух ты. Еще один. Ага, опа. Блин, вот это на самом деле очень обидно, что они по своим не стреляют. Очень, очень, очень обидно. Тихо, тихо, мужики, бегите. Бегите от меня. Я очень злой и вредный старикашка. Я всажу у вас просто тонну свинца. У меня бесконечные патроны. Моя борода производит патроны. Интересно, как долго мы будем выживать? Вы смотрите, в принципе, уже все повторяется. То есть мы теоретически достигли как бы предела. Мы дошли до этих мужичков. Видите? Ух ты, а вы шустрее, что ли, начали бегать? Еще один там вылез. Дай. Иди ко мне. Так, сразу две гренки пошли. Ага. Блин. Ага. Хрен там был. Вау. Беги. Минус один там, минус два, минус три. Нифига! Воу!
Я их просадил. Давайте, давайте, ага. Вот так вот. Не даем им ни шанса. Просто, вы смотрите, вот этих пацанов как нефиг убивать. Вот бы со всеми так. Хорошо, что он вплотную своими гранатами не шмаляет. Ну дайте уже все передохнуть. Все, сколько можно держаться-то? Писали бы хотя бы... Какая волна, мать вашу! И, главное, никаких ни очков, ничего! Ну, блин, так нечестно! Ну вот куда я продержался? Зачем я продержался? Нафига я это делал? Что за грязный Гарри? Ага. О, пишут. Код какой-то. А что за код? Что за коды? Волна девятая. До девятой волны мы продержались, короче, 106 чуваков завалили. Офигеть! Ну что ж, ладно, что-то у меня пальчики устали, я второй раз уже это повторить не смогу, жалко, не 10-й было бы красивое число, что за коды я не врубаюсь, видимо, ну тут здесь нигде нельзя вводить коды. Новая игра, начнется новая игра. Ну что ж, давайте будем считать, что мы посмотрели такую игрушку. Короче, если хотите хардкор, если хотите побегать просто по уровню туда-сюда и поубивать врагов, скачивайте бесплатно Steam, ссылочку я, как всегда, ставлю под видео на эту игру. И, собственно, если дойдете до какой-то суперкрутой волны, пишите в комментариях, докуда вы дошли, если захотите вообще в это поиграть. Вот, ну а так на этом все. С вами Белрос на канале Midcore Show. Игра Dead, бесплатная Steam, такой вот хардкорный шутерок. Небольшой, маленький, ну и бесплатно игра ведь. Вот. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, комментируйте, вступайте в сообщество ВКонтакте, ссылочки в описании под этим видео. Подписывайтесь на мой канал и всем пока.